В предыдущей серии подлый ученый доктор Карбункул промыл мозги Стокеру и готовил к той же участи моих друзей, мышей-байкеров. Но их спасли в последний момент. Затем Стокер и его новые приятели нагрянули в штаб борцов за свободу и позволили одной мышке сбежать, чтобы та привела их к последнему оплоту марсианского сопротивления. Станет ли Стокер причиной гибели мышей-байкеров и борцов за свободу? Оставайтесь с нами, и вы узнаете все. Мыши-байкеры с Марса. Однажды на Марсе, часть третья. Автор сценария Грег Джонсон, продюсер и режиссер Том Татаранович. Быстрее, лошадки! Чуть не накрыло по-крупному. Клево! Эти герои получат масло высшей очистки, когда мы вернемся домой. Проблема в том, что наш дом станет спутником самой вонючей планеты во Вселенной, если мы не вырубим трансформер. Тогда поехали! А как вам удалось от него избавиться в прошлый раз, когда вы были в нокауте? Усилием воли, милая! Силы есть, ему не надо. Не изви, красавица. Все горе от ума. Свет, мой зеркальце, скажи, кто на Марсе всех милее? Дядя Мода, вот это класс! Не восхищайся, патрон. Этот полуторкеанский плавник не мой. Ребята, момент не самый подходящий, но надо продумать стратегию. Прости, милая, не могу, не хочу, да и смысла в этом нет. Похоже, у нас в этой неравной борьбе шансов нет. Ой, мама! Сказать, ой, бабушка. Неужели это? Ты не пишешь, не звонишь. Мама! И сейчас тоже одни помехи. Батарейки садятся. Пусть сестра не волнуется, с патроном все в порядке. Разумеется, дорогой. А ты-то как, Модо? Бывало и получше. Я уж не знаю, кто из нас рыбак, а кто наживка. Такое чувство, что все продались. Сынок, как говорил мой седовласый старик-отец, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Будь сильным, сынок. Хорошо, мама. Обещаю. У нас гости! Карли? Да, видок у вас плачевный. Ну и дорога. Вот блин. Ты где остальные? Схвачены. Стокер возглавлял рейдеров. Схваченные, значит, они тоже пополнят ряды его армии, как только Карбункул их обработает. Эти беспринципные барракуды меня достали. Да, запасной пункт 14. Харли добралась до места. Полагаю, дорогу ты знаешь. Как свои 5 пальцев. Впечатляющая демонстрация крутизны, мой дорогой грызун-перебежчик. Однако, прежде чем ты продолжишь, позволь тебе представить. Хурия Фредерик. Зови меня Фредом. Это маленький, но смертоносный зверь, уверяю вас. Он... Я с тобой потом разберусь. Что же до тебя, мой теплокровный воин? Иди, заверши начатое. Рок-н-ролл, крен и трах. Треск и таран, да! Да. Решил пар выпустить, герой. Иначе башню снесет. Кстати, о башне. Можно я загляну под бинты? Конечно, почему нет? Можешь пробоваться тем, что от меня осталось, если хочешь, конечно. Никуда не уходи, я сейчас. Как скажешь. Посижу здесь, попугаю диких зверей. О боже. Вот, примерь. Я наладила поляризатор в твоем шлеме. Не надо, карабина. Я ценю твои старания, малышка. Ты даже не представляешь, сколько я могу для тебя сделать, малыш. Сейчас подкорректируем четкость. Привет, милашка. Ты неотразим, красавчик. Готово, хвостом. Это эластичный металл. Для ремонта машины некоторых особо впечатлительных мышей.
Мышь в железной маске. Это круто, да? Но я это... На здоровье, лапочка. Тревога, теряю контроль. Что? Эй, братья, выходите, поиграем! Запасной пункт 14. Прямо по курсу! Я не говорил стрелять! Я знаю, но я и не жду приказов. Тем более от мышей. В следующий раз... жди. В атаку, товарищи! Полный вперед! Наступать на горло чужой песни. Ты неплохо выступил, панк, но теперь занавес. Я еще на бис сыграю, ты старикашка. А у меня шрам останется? Вряд ли. Ну вот невезуха. Какие планы, карабин? Показать этому отребью, как тонко работают женщины. Ждите здесь. Хорошее предложение. Так-так-так. Харли! Прощай навеки, панк. Патрон! Реактивная сеть 2. Сальто назад с двойным вращением, дядя Модо! Напомни мне не заводить детей. Харли! Надеюсь, хоть кулаки у него болят. Подлый предатель! Верно. Зато я богатый и подлый предатель. Сток? Не делай этого. Иди и заверши начатое. Прости меня и не двигайся. Не буду. И тебе не советую. Настоящий стокер все еще где-то там. Жизнью готова поклясться. Похоже, кто-то вызывает этого самовлюбленного выскочку Стильтона. Положение просто обязывает меня подслушать. Жду доклада. Преступники под арестом, я уже еду. Весьма похвально, мышка. Я, пожалуй, доложу лорду Камамберу, что преступники захватили Стильтона. Но, мистер Лимбургер, это же враки! Правильно! Видишь ли, Стильтона захвачу я, а всю вину свалю на этих мышей-мародеров. Господи, как же я умен! Пришло время этим грязным грызунам встать под мои знамена. Ты согласен со мной, Стокер? И не мечтай, Студи. А что? Уходите отсюда. Ждите снаружи. Осаде? К сожалению, ваша безразмерная ягодичность.
Наш многоуважаемый лорд Стильтен загадочным и подозрительным образом исчез. Объясни, Слимбургер. Дело в том, что без грамотного руководства, боюсь, здесь скоро воцарится анархия. А мое скромное звание заслуженного работника не позволяет нанести ответный удар. Ну? Спасите! Мыши наводят шороху! Я тебя повышаю! Сделай что-нибудь! Ты очень вовремя, мой верный, безнадежный болван. Спасибо, босс, но вы должны знать, что мыши впрямь наводят шороху! Каждый кретин, мутант и лебёжка за себя! А мне начинает нравиться эта пукалка. Ну-ка. Взглянуть смерти в лицо, безрассудные борцы. Герметичная стыковка трансформера инициирована. Планетарная экстракция через 10 минут. Я счастлив сообщить о скором и уже неизбежном рождении новейшей полтуркианской луны. Луны, когда-то известной как планета Марс. Планетарная экстракция через 9 минут. Лимбургер, где ты был? Я велю бросить вас обоих болотным псам. Ай-яй-яй, какое неуважение. Выбирайте выражение, ведь в конце концов мы теперь с вами одного ранга. Сержант? Солдат, мы отправляемся бомбить низину Аргера. Эй, сержант Сорвиглава, сориентируйся! Полтуркианцы давно разграбили ее дочисто. Ну, приказ есть приказ. Я арестую карабину в случае сопротивления. Серьезно? Серьезно. Серьезно. Хватит с меня. Скаббард, очнись и вернись к реальности. Армию специально уводят. Как можно дальше от трансформера. Как хочешь, а я вступлю в настоящий бой с настоящими бойцами. Мы уже давно не чувствовали себя настоящими бойцами. Что скажете, солдаты? Планетарная экстракция через 7 минут. Жди здесь, посторожи эти скалы. Повыше голову, ты свое еще повоюешь. Блин. Напомнить тебе не иметь детей. Кто там прячется? Выходи драться, я сказал. Пора накручивать хвосты! О, бабушка! Я вернулся! Я зол, и я круче прежнего! Я представлял свое возвращение иначе. Эй, панк! Блин, теперь я перед ним в долгу. Сгори и умри, паршивый пес. Чёртовый вы порядок, сержант. Не бойтесь запачкаться. Нарушение порядка. Кто бы мог подумать? Армия, ведем бой произвольно. Стили и мышей байкеров. Так-так, крокатица. Получай. Старайся не попадать под осколки, Тротл. В бою не до увертывания, Харли. Как самочувствие? Как заново родился. Готов все? Цель, а? Есть! Да! Это вранье, что парам нельзя работать вместе. Ты прав. Это только оздоравливает отношения. Обожаю свою работу. Не пора ли переосмыслить избитую фразу о том, какой Стокер молодец? Что? Немного хард-рога студит твой мотор, Мэйс. Кстати, старичок, мы в расчете. Вернемся к сути дела, братья.
Есть план. Зигзаг, зиппер, зеро. Не глупи, брат. Лучше кленовый крен 10 с элементом трисогузки. Нет, Робин, Робин Пульс и Логан 2. Не умоляю. Твой зиппер никогда не работает. Трисогузка полный отстой. Робин Бобин, старье Марио. Окопы траншея 3. Патрон. Рельеф местности изучил. Трансформер крепится к Марсу всего тремя болтами. Вот они. 15 секунд. Поехали. 14. 12. Наши соболезнования, мой дорогой свергнутый диктатор, в связи с полным провалом. Да-да, вы проиграли. Лорд Камамбер никогда не поверит вашим глупым рассказням. Никогда. Да, он не заметит подвоха даже у себя под самым этим... Лембургер! Увы, мой мир рушится вокруг меня. Ух ты, босс, а вы еще ясновидящий? Мой величественный замок! Это всего лишь грязная гробница, глупая Гарпия. Будь истинным вождем, умей проигрывать, как я, например. Хорошо-то как! Хотя со временем подобные вещи начинают жутко раздражать. Харли, как ты отнесешься? Этому. Давай. В любви и войне все средства хороши, да, панк? Рад видеть тебя в добром здравии, Сток. Да, сними свой байкерский чепчик и повтори. Поноси мои очки, пока зрение не прояснится. В них система наведения даже лучше, чем в шлеме. Все присматриваешь за нами, брат? Ну, кто-то же должен. У тебя есть задатки, патрон. Мы еще встретимся. А то! Через несколько лет. Если все взрослые мыши такие, напомните мне не заводить детей. Маленький кошмар на долгую память мыши. Что стало с Харли? Трудно сказать. Мы долго ее искали, но... Я точно знаю одно. Мэйсу не избежать встречи с Винни. Великим и ужасным. Сейчас ты увидишь, как трансформер функционирует в умелых плавниках. Приготовились? Посмотрим. Что? Явно самое слабое место. Повал! Уничтожь трансформер, пока он не добрался до Плутарха! Размажу как медузу, а потом я тебя из... Не то! Что? Вы засекли трансформер где? Лучше его, чем меня, правда, докторы? Как в старые добрые времена. От некоторых привычек не избавиться. Даже при желании, правда, Харли? Прости, милая. Ничего, Винни. Это самый приятный из всех твоих комплиментов. Скажите это с чувством, бойцы. Врубаем рок. Рок! Озвучено по заказу «Дважды два».